Качество медицинских услуг, подчеркнуто в послании, является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. В документе намечен ряд задач по дальнейшему развитию медицины, повышению доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе, переходу на цифровое введение всей документации. В поликлиниках области эта работа уже ведется. В поликлинике номер 3 с 2016 года внедрена электронная очередь. Учреждение полностью оснащено компьютерами. С начала этого года началось внедрение мобильного приложения «Домумед». День ото дня растет число пользователей. На сегодня уже свыше 7 тысяч человек воспользовалось данной системой. Записываются на прием, вызывают врача на дом. Могут ознакомиться с результатами анализов, назначением, словом, получить всю необходимую информацию о своем здоровье и быть на постоянной связи со специалистами. В поликлинике открыт цифровой пост. Прикреплены специалисты. Они обучают посетителей, как пользоваться ЕГО в приложении «Домумед». Очень эффективная система. Она позволила решить проблему очередей, экономит время больного и врача. Медики и в целом в обществе с одобрением были восприняты поставленные главой государства задачи по повышению качества медицины. Я регулярно прохожу лечение в дневном стационаре этой поликлиники. Сегодня пригласили на профилактические прививки. Постоянно получаю бесплатные лекарства. То есть своевременно и в полном объеме оказывается вся необходимая помощь. Все это результат большой заботы главы государства о здоровье народа. Медицине в послании уделено большое внимание. Подчеркнуто, что важнейшим компонентом социального самочувствия населения является качество медицинских услуг. Поставлена задача повышения доступности первичной медико-санитарной помощи. Для стимулирования медиков с 1 января 2019 года поручено поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Введение медицинской документации будет полностью переведено на электронный формат. Задачи поставлены, будем работать над их выполнением.